Приветствую вас, инженеры, в мертвом космосе. Сегодня у нас третья часть. Извиняюсь за задержку, она вышла немножечко позже, чем предыдущие. Но мы с вами вернулись на Ишимуру, и впереди нас ждет уже третья глава. Осталось понять, где я нахожусь только. А, я нахожусь там, где и должен, по сути. Нам с вами надо что-то починить снаружи. Сейчас так, чтобы полетаем. Но я не помню, было это в оригинале или нет. Сейчас будем все чинить. Кстати, я наткнулся на одну новость о том, что в игре действительно есть проблемы с производительностью. Ой, не то притянул. А где? И разработчики сказали, что выпустят патч, но не сказали когда. Так что будем ждать. Но фризы у всех в прологе были, судя по всему. Кто-то даже в отзывах писал, что у него до сих пор проблемы, и со временем фризы только ужесточающиеся. Но посмотрим. Пока вроде она моментами стабильно работает, особенно в закрытых помещениях. Здесь вроде тоже более-менее. Но FPS очень мало, я вам скажу. Я даже не буду говорить сколько. Единственная проблема, что у нас здесь кислорода нет. Сейчас главное не улететь туда, куда не надо. Погоди, ребенок, ты откуда? Ладно, ребенок, развлекайся сам, я поплыл. Точнее, полетел. Я в ребенка могу хотя зашвырнуть один баллончик интересный. Но у меня уже кислорода нет, ладно. Сам справится. Куда нам? Блин. Куда-то сюда, блин, куда? А ты меня обманула, игра. Да тихо-тихо, Айзек, все будет хорошо. Блин, Айзек. Чуточку еще потерпи, все, ускоряюсь, ускоряюсь. Все, мы почти пришли. Как приземлиться, я забыл. На Z. Айзек, все, родной. Кислород. Да все, дыши, дыши, братик. Ну как? Ну ты чего? Ладно, я появлюсь уже здесь сразу. На самом деле я совершил ошибку. Можно было приземлиться на землю и увидеть здесь баллон с кислородом. Так что это достаточно было легко. Так, ребенок, я... Вас уже двое, ладно? Вы сами развлекайтесь, я, наверное, поплыл дальше. Еще где-то коробка нужная мне была. Мы буквально чуть-чуть не успели. Я болтал и заблудился вот в этом месте. Сейчас все будет легко. Вон челик, видимо, тоже попытался, но видимо, очень неудачно. Так, на Z. Я растерялся очень. Я забыл, какой кнопкой приземляться. Все, все хорошо. Так, нам туда, но здесь первый уровень, и мы можем сюда зайти. Видите? Мне кажется, в новой игре плюс будет возможность, типа, уже со сразу всеми пропусками играть. О. Здесь какая-то жижа. У нас новенький текст, давайте-ка его переводить все вместе. Так, инженерный журнал. Добавлю это к моему запросу приоритета обслуживания. Может быть, что в письменном виде заставит их обратить внимание. Этот неопознанный рост, о котором сообщают где-то на корабле, дошел до инженеров. Даже медики не знают, что это, черт возьми, за штука. Похоже, что кто-то выкинул свои кишки на стены и пахнет примерно так же. Он распространяется быстрее, чем мы можем его разрезать, что само по себе довольно отвратительно. Он уже сломал грузовой лифт и попал в спицу двигателя. Если мы не найдем способ остановить его в ближайшее время, послезавтра он будет по всему отсеку главного двигателя. А пока я направляюсь к горнодобывающей палубе. У них есть PFM-100 на складе для добычи льда, и они могут сэкономить топливо. Может быть, прижигание этой штуки поможет. Просто надеюсь, что она не пахнет не хуже, чем горит. Вот, то есть мы сейчас должны найти какой-то резак и вот этот нарост срезать, чтобы все починить.
Я почему-то вспоминаю, что вроде как в первой части был уровень, где огромное такое помещение, и там просто рот щупальцами был. Какой-то босс был. Возможно, это даже здесь будет сейчас. А можно без фризиков, пожалуйста? Нам туда, значит, мы пойдем сюда. Здесь станция. Мы, кстати, можем свободно перемещаться по всему кораблю. Я это проверял в прошлой серии, но это не попало в видео, потому что я просто зря туда-сюда путешествовал. И здесь без подгрузки. То есть ты садишься, буквально за минуту доезжаешь, и все, конец. Это, видимо, и сделано специально, чтобы мы могли возвращаться назад и открывать двери, которые до этого были заблокированы. А еще я читал, что здесь есть дополнительные задания. Я переживаю, что я, может, их пропустил как-то. Сайд-квесты. Ну, вроде у меня только один. Может, я уже пропустил. А новая концовка, если не ошибаюсь, доступна только в новой игре плюс. Ну и плюс она не особо нужна, наверное. Все-таки вторая часть продолжение первой. Он похож на меня. Тоже инженер, видимо. Давайте-ка сохранимся. Хотя сначала надо было в магазин заглянуть, потом сохраняться. Ее лицо. Ужас. Где магазин? Только что же видел. Вот. Может, костюмчик новенький появился? Нет, костюмчика все еще нет, но деньги есть у нас. Этот докупать я пока не вижу смысла. Мне кажется, костюм разблокировать скоро, лучше на него деньги оставить. А потом, если что, верстак найдем. И к нему уже докупим все. Ладно, раз я ничего не покупал, просто идем дальше. Центрифуга офлайн. Ну а корабль не движется, мы можем в любой момент попасть на Землю. Ну, точнее, в скором времени. Окей, надо починить что-то с топливом. Как я понял. Окей, значит, идем чинить все. Подготовительная комната. Патрончики мне не помешают. Кстати, я в предыдущей серии в комментариях как раз мы обсуждали, что автомат по сути бесполезен, кроме мелких тварей, которые будут чуточку позже. Но мне кажется, на боссов тоже неплохо будет работать. А сейчас мы находим... Погодите. Это который пилами стреляет и режет, по-моему. А мы разве не должны были какую-то винтовку найти? Или винтовку вроде покупаешь? Блин, я на четверку поставил. Угу. Да, это клинки выпускает. Кстати, вон челик как раз остался без головы из-за этого. Странно, мне казалось, что это намного позже. Куда нам? Значит, мы пойдем сюда. А, еще прикол, меня попросили обратить внимание, точнее, я просто обратил внимание, что здесь везде гендерно-нейтральные туалеты. В первой части это было одновременно мужской и женский, сейчас гендерно-нейтральный. Вон, видите, то есть женщина, мужчина и нейтральный. Security request retrieved. Я не хочу. Где охрана? Ох, все. Кто-то умер. Нет, он жив.
Вспомнить бы, как пользоваться этим оружием сейчас. А второй уровень? У меня такого нет. Я там ничего не пропустил вроде? Вроде нет. А-а-а, на левую кнопку мыши он режет. Блин, как-то он вообще тяжело режет. Ну, с одного выстрела одного некроморфа в такси. А выстреливает он, значит, на пробел. Кислород. Походу, сейчас без кислорода останемся. Нам назад. Что? Не-не-не-не, я туда не пойду пока. Я тогда здесь все поизучаю сначала. Хотя, возможно, нам сюда придется вернуться, но все-таки. Надо все залутать, ничего нельзя пропустить. Не, я, конечно, мог бы бежать, залезть в лифт и проехать. Вроде как. Ну, ладно. О. Чуть не пропустили что-то интересное. Но оно что-то вообще плохо режет. Ну, тебя я слышал. Блин, да, дерьмовый этот альтернативный огонь. Он просто ее выстреливает. Ну, слушайте, мне кажется, это не на этих монстров. Совсем не на этих. Лучше плазменный резак старый добрый возьму. Возможно, на этих попрыгунчиков отлично вещи и на малышей будет. Но опять же, мне в комментариях подскажут. Блин! А, быстрее туда, быстрее, быстрее, быстрее! Да умри ты! Только что резак валил, ради чего? Мы, кстати, обратно вернулись. А нам и так обратно. Но это опасно, если бы эта тварь его заразила, все. Он бы сейчас пошел дальше заражение, еще куча народу. Я бы здесь на 2 часа застрял. Хоть успел. Мы там случайно ничего не пропустили? А, тут заблокировано. Так, а назад можно? Все, пока, 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 пока. Сюда, ты че, драться будешь? Блин. Не получилось обмануть игру. Да вы издеваетесь, что ли, опять? Я даже в магазин зайти не могу, что ли? Плохая была идея. Можно я... Можно? Да. Я игру сломал, блин. Нет, все работает. А это что такое? А, это апгрейд. А для плазменного резака есть? Или это оно и есть? Погодите, я ничего не понимаю. Ну ладно, пока этим не будем заниматься.
На будущее тоже оставим. Кредитов у нас не так много, как кажется. И мы уже что-то с вами брали, я помню. У нас есть уже какое-то улучшение в инвентаре. Обратно? Я что-то пропустил. Что-то я уже начинаю теряться. Ну, здесь что-то еще не сделали. Мне казалось, я все запустил. Я не здесь запустил просто. Ох ты, черт, они плюются. А что-то у вас много, ребят. Ты куда идешь, дурак? Ты мимо плюешься. Братик. Лови. Ну, что-то из пуза вылезло. Там еще один. Давай на кулаках, брат. Дерись, дерись, как мужик. Дерись. Бля, вот это мясо, конечно. Ну да, я не здесь был. Все, я понял, я куда-то не туда уехал. Справедливо. Я что-то другое запустил. Чего-то не хватает нам. Ну, это было страшноватенько. Здесь куча кислородных этих баллонов. Похоже, здесь будет без кислорода миссия. Да он побежал. Да хрен с тобой. Все, передумал, ко мне идешь. Ну иди. О, вот это нам надо было. Странно, что здесь сохранение аж есть. No power. Здесь нет электричества. Вот и кабель. Чё пугаешь, дура? Isaac? Да. Эммит? Дэниелс? Я здесь, да, Дэниелс. Thank God. After the bridge, we thought... Glad to disappoint. I barricaded myself in the computer core. I can hear them, but I don't think they know I'm here. Isaac, I've tracked down your rig. You're in engineering, right? I'll get myself admin privileges. Maybe I can help. Она пытается мне помочь. Ну давай, помоги. Окей, нам надо подать электричество на третью штуку, да ведь? Свет. Поддержка жизни. Ну ладно, слушайте. Кислород я переживу. Ой, точнее наоборот, свет я переживу. А вот кислород уже другое дело. Готово.
Что это? Блин, дети вонючие. Ну сложнее уже стало. Их слишком много, и бесит то, что я только начинаю перезаряжаться по привычке, знаете, как в какой-нибудь КСке. Пострелял, перезарядил, хотя так тоже там делать не надо. Откуда? Понял. А, вот, с красной жижей. Точнее, желтой жижей. Блин. Да, тихо, не кричит так. Не так уж и больно, не думаю. Я хочу сохраниться. Можно. Спасибо. Спасибо. Игра, что дала мне возможность сохраниться. Ой, красота. Че, возвращаемся просто назад? Тупо назад? Ну а зачем подачу кислорода? Если бы здесь это гравитацию отменить, окей, я бы полетел обратно. Ну, сейчас 2 часа ехать. Сейчас бы музычку, знаете, как лети какую-нибудь. Такая злающая музыка, и что-то происходит, да? Где? Что? А, все разваливается. Типа в этом. Эпичность. Да ладно. Я не такие видосы видел, на каких лифтах гоняют ребята. Как раз недавно наткнулся на видос, где какой-то строительный лифт, чуть ли. Там доска попадает между ними, между этажами, так пум, доска отлетает. Вот это было страшно, а это тут так слегка потрясло. Ну все, видимо, этот главный холл через здесь пройти. Мы типа должны были первым тот активировать. Блин. А у меня нет заряда, все, я понял. Я пытаюсь его замедлить, а у меня заряда нет. Вот эта штука для этого, ребят. Да, родной, держи. Все, ты там как, живой? Вот для этой штуки это самое то. Единственная проблема, то что на этом уровне очень много фризов. Прямо очень много. И мне это уже немножко подбешивает. Когда там разработчики патч выкатят, непонятно. Они какую-то технологию особую используют, которую нельзя это выключить. И типа в этом проблема. Мне сказали, что дадут возможность ее отключать. И что-нибудь еще пофиксит. Че, в магазине что-нибудь появилось? Не, все то же самое. И надо бы этот переставить. Вот так вниз, чтобы на троечке был. У меня патроны заканчиваются. А, у меня куча к автомату. Ну, будем с ним ходить, значит, пока что. Че, мусор решай, язык. Ты же инженер. Ну ладно, ты инженер, не уборщик. Ладно. Это мне? Ну типа прячется вот здесь на шкафах. И мне потом искать. О. Чай, патрончики будут и аптечки. Все? Ради этого я разблокировал дверь. Серьезно? Одна двойная аптечка и 6 патронов. Ну ладно. Надо быть хоть этому благодарным. Я знаю, что нам сюда. Сначала сюда схожу. Вот здесь какой-то монстр будет. Че это такое? Портфель выпадает, типа страшилка. Блин, он живой, ребята. Портфель, угомонись. Мне страшно, вдруг он меня съест. Ладно, у вас здесь записочка, давайте-ка переводить. Комментарии. Больше пропусков. Дело не только в том, что юнитологи прячутся за религиозными исключениями или еще чем-то.
Мы видим серьезные проблемы в ротации. Люди продолжают болеть, не досыпать, наносят себе травмы или просто исчезают. Они уходят со смены и не возвращаются. Кто-то сказал, что на корабль напали. Бред сивой кобылы. Мы в заднице. Там кто-то на фоне шумит. Кто проделал весь этот путь, чтобы напасть на шахтерский корабль? И да, капитан мертв, но... Кармак говорит, что его убил один из сотрудников мостика. Клянусь богом, слухи об этой колоде вышли из-под контроля. Потеряна связь с мостом. Ни ринглика, ни жесткой линии безопасности, ничего. Хорошо, это выходит за рамки слухов. К черту это, я выхожу, пока еще могу. Ну так вот. Видите, у них неразбериха. Время чинить. У нас есть какое-то улучшение. Вот, да-да-да. Плазма-кютер. Куда его доб... Все, понял. Больше вопросов нет. И как он ставится? А что, если он просто из инвентаря ставится? Не, не хочу это прокачивать штуку. Единственный смысл — это вкачивать костюм. Можно, кстати, еще кислорода накинуть. У меня 7 штук этих, 7 улучшений, ребят. Тут до конца добью тогда. Я только не понимаю, почему я не могу улучшить свой этот... Пистолет, как это сделать? Где-то у меня здесь улучшение лежит. Где оно? Он типа уже поставил? А, вот оно. Или нет? Такое ощущение, что больше всего открылось, или мне кажется. Ну да, 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 вот она, вот эта штука. Она же здесь. Ну, до этого момента нам далеко идти. Давайте здесь так пока оставим. Рипер, блин, я не хочу их качать, если честно. Ну, автомат желательно. Ну, давайте хотя бы основу поставим. Типа, видимо, эти ячейки расширяют возможности. Давайте до сюда добьем. Если что, по-моему, там можно все сбросить, кстати, даже бесплатно. Но проверять это я сейчас не буду. Ну что ж, идем в эту комнату. О! И я, кажется, знаю, что сейчас будет. Сейчас нас почистят немножечко. Но мне кажется, сейчас кто-то придет. Слишком уж шумно. Угу. Вот вентиляция. Вот вентиляция. Пошли, пошла жара. Только я не вижу ни хрена. Это дети, что ли? Все, один ребенок? Ну вот второй. Не, это тоже бесполезное на них. А где? Где второй? Ну, давай, срезай уже ноги. Где? О, вот он! Все. Ну, все чистенько. Ну вот. Может, здесь немножечко грязненько. Ну, я тогда пошел. Да, не за что, обращайтесь. Какая-то схема. Медиум мед. Что-то там какие-то нездоровые звуки, мне кажется. У меня все заряжено. Да. Нам сюда, значит, идем сюда. Хотя, может, мы по сюжету сюда еще придем. О, сейчас меня потащат.
О, текст-лог. Давайте-ка смотреть, что у нас здесь. Так, Тай, чё он, ты там? Ругательство, что их держит? Центрифуга все еще отключена, у нас мало времени. Денверс, никаких контактов с Рингликом. С тех пор, как они ушли, шеф. Они ушли, не так ли? Темпл, но мы вооружили их всем, что у нас было. Они послали известие, если бы были проблемы, что они упали в ругательство, дыру ругательство. Полная тектоническая нагрузка свисает с нашей задницы. Денверс, что если мы отключим гравитационные привязи, сбросить нагрузку, выиграть время? Я пытался. Если они вырвут половину проводки корабля, потребуется вмешательство члена правления ЦИК, чтобы сбросить всю эту руду. Не могу рисковать ругательство акционерами. Без этой центрифуги, чтобы уравновесить корабль, мы говорим о высадке на планету через часы, если нам так повезет. Такое ощущение, что они как будто сейчас это все чинили. Потому что у них те же самые проблемы. Но это бред. Сохранение. Сейчас что-то жесткое, возможно, будет. Ух, страшно. Возможно, даже немножечко страшно. О, по-моему, я помню. Я вспомнил, это прикольный уровень. Вот эта штука будет вращаться. О. А это так было? Это не кишки, ребят. Это реально люди. Ну все, полетели, видимо. Нам надо ее как-то активировать. А, вон я вижу. А, я не достаю, ладно, полетели. Вот так надо. Что-то не так. Ой-ой-ой. А где? Вон, ползает гадость. Так, ладно, здесь я беру автомат. Ты умер? А ты где? Ну, а теперь умер. Что-то я не то делаю. О, получилось. Надо было ее замедлить и ставить. Блин. Все, понял. У меня почему-то не сразу получилось. Ну, логично. Я просто не обратил внимания, что он там вращается. Блин, опять это вылезла чушь откуда-то. Где? Да где ты? Это здесь слышу. А вон она. Yeah. Здесь, кстати, куча всего разбросано на уровне. Ну ладно, у нас нет на это времени. И типа, когда я замедлял ее там аж, это не считалось. Типа, она успевала уже перезагрузиться в этот момент. Все, мы все вставили. Приземляемся. Запускаем. Сценочка. Да, что-то как-то ты так себе, инженер. Или нет, или так и должно быть, все хорошо? Я не понимаю. Видимо, да. Окей. Что надо делать? Куда идти? А, надо включить двигатели. Окей, окей. Все, зарядился. Ну, поехали. Черт, а что за... О! Я забыл.
Дурак, откуда начинать же сейчас сначала все? Может, там автосохранение хоть было? Блин, я же знал, я же сам в самом начале, как мы туда зашли, говорил, вот эта штука будет вращаться и нас убьет. И сам пошел, ну, дурак. Ладно, хоть отсюда. Да, логики мне не занимать. Ну, дело в том, что уже вечер, наверное, я подустал. Сегодня компьютер собирал, причем не для себя. Ладно, сейчас побежим. А, побежали, побежали. А где? А где? А где? Не в ту сторону, что ли, бежал? Блин, походу не в ту сторону, надо навстречу. Так, я все понял, надо в другую сторону бежать. Можно уже бежать. А, успевай, успевай. Все, и сразу бежим, у нас нет времени ждать. А почему ты не бежишь, братик? Ты дурак? Так, а я дурак? А я дурак? А, черт, как страшно. О! Ты умер, нет? Вроде да. Так, готовимся. Побежали, побежали. Давай, давай. Не рискуем, идем в эту. А, смысл рисковать? А, все наверх? Там же еще один был проход. А, мне надо было просто вернуться назад. Я думал, там какой-то двигатель запустить. Все, понял. Дело в том, что там уже не полетать. Окей, окей. Справедливо. Запустить надо, видимо, в другом месте, кстати. Кислорода здесь нет, а я уже сохраняюсь. Это еще что? Так, автомат мне сейчас поможет. Я не вижу. Перезаряжай, братик. У. Вот на такие штуки автомат супер вещь. Нифига тут мясо. Даже сейчас зажарить можно. Ну классно сделали, смотрите. Классно выглядит. Так чем он собрался меня есть? А мы с самого начала вернулись, да? Давайте налево я тогда схожу, раз я здесь не был. Нам по сюжету сюда не надо. Я же обещал, что сюда загляну. Ну, здесь перекрытый тайничок. Всегда надо все исследовать. Мне еще нравится, что Айзек может бесконечно бегать. Блин. Опять через эту? Ладно, давайте. Мою пилу берем. А, что, нет очистки? О! Понял, для чего эта пила теперь... А что там, кто там был? А, ребеночек? Ну, не страшно. Мы отсюда пришли, а мы здесь лутались. Да, лутались, лутались, я вспомнил. Лифт сейчас без меня бы уехал. Кто-то вызвал его сверху, я бы обосрался, конечно. Не советую вам стоять перед дверью. Кстати, на шлеме есть текст даже. Не знаю, насколько хорошо будет видно на YouTube. Все-таки YouTube немножко портит качество. Но там написано Unlock. Все, почти конец. Сейчас закупимся, сохранимся и пойдем. Чего у нас не хватает? А, новая аптечка разблокирована. Блин, здесь опять нечего купить. Улучшение только если. Сейчас посмотрю, что это за улучшение. Все, я понял, как это работает. Я сейчас
попереводил, скажем так. И это просто вот как улучшение. То есть они расширяют возможности улучшения, какие есть. И то есть под каждое оружие можно взять. Вот это под плазменный резак. Это получается под автомат, это под этот резак. Обычный, который пилами стреляет. Я понял. Но нам пока не надо, мы их не вкачали даже до такой степени, что нам это было необходимо. Я понимаю, это на поздних этапах покупать, сейчас нет смысла. Готово. Ну что, погнали? Извините, что вашу ножку побеспокоил. Hey, Hammond. I cracked the secure files. DC was here for more than just a mining claim, huh? А, это этот монстр. Да, мы туда идем. А, да, как они забрали артефакт, что они привезли с собой что-то инопланетное. С этой планеты Аегис. But the Ishimura brought the marker on board anyway. But that was the plan. Wait. The marker. Okay, back up. Obelisk. Where's this marker now? In cargo. Okay. В грузовом отсеке сейчас. Мы можем вентилятор выключить. Ты куда? Ты что, не видел, что у меня пила в руках, дурак? Ничему их жизнь не учит, ничему. Если бы у меня был резак, окей, я бы напал на себя. Потому что на изи. Че это то, о чем я думаю? Опачки. Опачки, огнеметчик. Огнеметчик. Точнее. Блондинчик, сорян. Видимо, он тебе не особо помог. Ну шо? Это он у меня в руках? Нет, подождите, я же его не экипировал. Окей. Хочу попробовать. Ой, узкие пространства не люблю. Да ты же в костюме, что ты пендришь? У тебя там фильтрация воздуха, наверное. Страшилка. Да ладно, не ссы. О, привет. Что с зубами? Бля, челик, ты как, нормально? Может, тебе скорую вызвать? Блин, братик, ну сорян, я пытался, честно. Ну, вообще тройка здесь находится. Ладно, вроде пусто, ничего нет. Нам куда? На лифт, окей, значит сюда зайдем. Или мы отсюда пришли? Не, мы здесь не были. Последняя запись? Да ладно, все будет нормально, братик, не волнуйся. Не, ладно, живи здесь. Ну давай что-нибудь еще качаем тогда. Ну, костюм уже нечего качать. Можно добить этот, кстати. Что-то у него будет особенное. Перезарядку или количество патронов? Давай количество патронов. Не откроем вот эту способность.
что он делает? Я, кстати, не прочитал. Это мой косяк. Я не уверен, что надо огнеметом их уничтожать. Но, возможно, так более эффективно. А! Блин! Вот эти мелкие твари! Вот их можно из автомата убивать. Братик, ты еще жив, что ли? Не вставай, не вставай, я тебе помогу. Все, отдыхай, отдыхай. Не надо, братик, не вставай, все. Отдыхай. Ты заслужил. Блин, хрень. Даже подходить туда не буду, мне уже лень. Поехали. Есть кто? О, здесь точно есть кто-то. О, сзади есть кто-то. Блин, эта тварь с пузырем, она взрывается. Что? Кто? Что? А, на мне кто-то сидит. Опять эти малыши. Блин, капец они доставучие, если честно. Они с него вылазят же. Блин. Вроде больше секретов здесь нет. Хотя... Там же туда, в дверь? Да. Ну, это лифт. А это комната. А ты можешь меня вообще ударить? Мне интересно. Штука. Но таких монстров раньше не было. Хотя... Я помню каких-то пузанов, из которых вот эти мелкие твари вылазили. О-о-о. Есть кто? Понял. Блин. Все? А, понял. Да тихо, не кричи, уже все закончилось. Наверное. Блин, что-то взрывается. А, так. Погодите, сначала сохранюсь, потом пойдем куда-нибудь. Нам налево, значит, мы идем направо. Здесь, скорее всего, тупик. Да, я думаю, мы так будем возвращаться, наверное. Хотя... А он мне показывает, теперь сюда идти. А, мы в самое начало вернулись. Все, я понял, где мы. Это самое начало игры, да, это обратно. Я тогда загружусь уже там. Все, я на месте. То есть это путь назад был. Так, вас много как-то, ребят. Давайте без ног походите. А, все, патроны нема. Я и здесь патроны.
О, это мне? Да это хрень там ползет. Эти мелкие твари опять. Да, альтернативный огонь так себе, если честно. Что-то здесь надо починить. Но сначала надо все залутать, конечно же. Сначала лутаем, потом чиним. Правило Айзека номер один. И не забываем добивать монстров. Ну, все, залутал, я думаю, нам все равно наверх. Так, это нам пригодится. У тебя с собой пока поносим. Так, я не знаю, куда тебя вставлять-то. Тут еще там ходит. Ну, пойдем вниз пока. Здесь побудь. А я здесь поднимусь. Оу, у меня схема не влазит, вы серьезно? Ну, подхим, что ли. Ну все, я все обыскал. Надо понять, как это восстановить. Сюда надо подачу энергии восстановить. Он показывает, что сюда. А куда эта штука вставляется? Может, где-то снизу? Там монстр за дверью. Да чё? Вот, все, я вижу, куда. Вот, правда. Готово. Не туда. О! Мимо! Попал. Где дружки? Блин, там плеватель. Я тоже умею плеваться. Только огнем. Кто там что выпендривается? Где? На, отдыхай. Блин, не то немножечко. А ну-ка не подходи. Не подходи. А что-то вас не дофигали? Все? А, нет, он еще жив. Блин, я двойку не могу нажать. Фух, ну вроде все. Че, а че он взорвался? А что в пояс съел весь? Запускаем. Готово. Можно возвращаться. Все, вернуться на трамвайную станцию. На вагонетную. Там кто-то за дверью стоит, я вот прям слышу. Ну. Ну, привет. Ай, дверь за ним закрыл. Погоди, братик. Сейчас все будет. Где ты там? Ты че? Ты обиделся? Понял. Это эффект неожиданности должен был быть. Да, я Айзек, я это сделал. That's what the asteroid defense system is for. But the ADS is offline. I've got the system readouts here. Hammond, the Ishimura is in rough shape. A couple of bad strikes could finish her off. Shit.
Там надо посмотреть курс. Типа передайте все мои данные. Точнее, не мои, какие есть. Встретимся на мосту. Мы теперь едем на капитанский мостик, судя по всему. Все, давай, братик. Сейчас приеду. Уже в пути. Ставь чайничек. Готовь плюшки. Пусть они пока стынут. А я объясню вахтерам. Почему на Ишимуре я так сдвинут? Ну тут уже без страшилок, можно выходить прямо на вагонетную станцию. Главное сейчас эти... Блин, верстака-то нет. Ой-ой-ой, как страшно. А, блин, ладно, страшно. Николь, что? Чего? Как она с нами связалась, лол? Такого точно не было. Блин, я в жизни-то боюсь детей и ответственности. В игре подавно. Ты умер, да? А, ты не умер. На. 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 Ты угораешь? На. Все? Можно я спокойно отдохну? Спасибо. Судя по музыке, нет. Метки с мой второй имя, кстати, напоминаю. Благодарю. Что у нас в магазинчике новенького? Хочу обновки. Ага. Ну, улучшение, улучшение, улучшение. А что продать? Я, кстати, продать что-то могу точно. Да. У меня кислородный баллон, кстати, даже есть. 25 тысяч, уже столько денег. Я не знаю, я ничего не хочу, кроме резака-то особо качать. А костюм сколько может стоить? 15 тысяч, наверное. А мы его в этом капитанском мостике, по-моему, да, следующий костюм. Я сохраню деньги. Мы доберемся до него, и там, если что, я уже закуплюсь всем, чем только можно. Самое главное в этой игре костюм, а все остальное придется вместе с остальным. Все, на вагонетку идем. Блин, я думал, что у меня пила в руках, поэтому я зажал и стоял. Все. Четвертый уровень. И на этой ноте мы, к сожалению, завершаем наше сегодняшнее видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за вашу поддержку и просмотры. Это очень важно на самом деле. И совсем скоро выйдет следующая часть, уже завтра. Так что не забывайте подписываться. Ну а с вами был Максимилиано Джонс. Удачи вам в выживании на Ишимуре. Все, чао.